32-летний местный житель, не имея соответствующего разрешения, организовал на муниципальной земле работу уличного фотоателье. В качестве реквизита он использовал обезьян. В отношении предпринимателя сотрудниками отдела исполнения административного законодательства УВД по городу Сочи составлено сразу два административных материала. В настоящее время они переданы в суд для принятия решения по существу. Аналогичные нарушения были выявлены и в других районах курорта. В отношении нарушителей составлены протоколы. Санкции статьи предусматривают штраф 2500 рублей.